Вот наш огурчик уже вырос довольно-таки порядочной длины, почти под самую крышу. Это за несколько дней. Теперь нам потихоньку надо начинать за ним ухаживать. Как видим, на нем уже появились и огурчики. Вот они идут. Через каждый листик у нас огурчики. Их достаточно здесь много. И поэтому нам надо кустик наш подвергнуть обрезочке. Уже можно, уже есть что обрезать. Обрезаем мы, вот они, пасынки называются, которые растут вбок, не по стволу, по основному, а вот ответвление идет вбок. Оно нам не нужно. Мы его берем и срезаем. С огурчиками вместе, вот они тут и огурчики на нем были. Но его нужно удалять. Это называется пасынок. Листики вот у нас, каемочка пожелтевшая. Это из-за нехватки света. Ну ничего, это не сильно, тоже его отрезать можно. И, как я уже говорил, нам не нужны вот эти вот усики огромные. Они тоже очень много кушают. Его тоже мы берем и срезаем. Примерно вот так вот у нас идет уход. А огурчики мы имеем, вот они, вот под каждым листиком у нас по огурчику. Поливаем вечером, когда жара спадает. У нас всегда вот водичка стоит с бутылочкой, в бутылочке. Всегда готово. Ну, вот, в принципе, пока вот.